Настроение праздник. Даже если выйти посмотреть парад, пока нельзя. Воспитанники школы-интерната номер один рисуют на асфальте главную детскую мечту – мир, солнце, счастье. Я рисую сегодня, как девочка и мальчик держат цветочки. Вот. И над ними птицы их защищают. Я хочу, чтобы у нас всегда был мир на земле. Школьный двор преображается на глазах, расцветая яркими красками. Ксюша, Саша и Федя работают командой. Кажется, дай им побольше мелков, и радуга перекинется на небо. Мы друзья, мы всегда вместе, и нам это легко дается. То есть один делает, а другой уже берется, потому что понимает, что дальше делать. Без белого голубя в этот праздничный день не обойтись. Птица парит на рисунках, ее же мастерят из бумаги ребята помладше. Украшают георгиевской ленточкой. Все-таки здорово они смотрелись бы на параде. Мы за мир на земле! И пусть городской марш победы проходит без зрителей. Риски заразиться коронавирусом пока еще остаются. Смотреть парад по телевизору всем вместе тоже весело. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ирина Стефанюк, Максим Веселов. Время новостей.